Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня у нас V211. Проблемы с СБЦ-блоком. Видим ошибки по тормозам. СБЦ горит. Заходим в DAS, подключаемся. Видим ошибку у нас. Проверить конструктивный узел А73, гидравлический блок СБЦ. Видим красную ошибку при подключении. С4 у нас, STAR диагнозис. Заходим в блок и будем проверять счетчик. Если гидравлический блок проходит все тесты, была перед этим проведена проверка, гидравлические испытания прошел нормально блок, проверяем счетчик. Видим, что счетчик якобы сброшенный, но на самом деле проблема именно со счетчиком. Уже, видать, были попытки сделать самостоятельно, но не получилось, похоже. Подключаем Абрик, Абритос к блоку СБЦ. Сейчас будем сливать Дипро, править его и заливать обратно. Выбираем наш автомобиль. 211, Е-класс, бензинка. Заходим в EEPROM, выбираем наш блок SBC. И считываем EEPROM. При подключении у нас, соответственно, будет мигать ошибка красным. Видим EEPROM, читает абрик. Будем его сливать и править. Сохраняем EEPROM родной с блока управления СБЦ. Таким нехитрым способом можно, в принципе, сделать нормальный счетчик грамотно, без всяких проблем. Но еще раз повторяю, обязательно делайте гидравлические тесты и проверяйте клапана, потому что если у вас неисправные клапана, то шутить с СБЦ блоком не стоит, потому что это небезопасно, это все-таки тормоза, нужно относиться к этому серьезно. Поэтому я долго не выкладывал эти видео, так как сам отрицательно отношусь к таким рода работам. Заведомо исправный блок должен быть, проверены обязательно все клапана и гидравлика. Выбираем наш правленный EEPROM, сейчас будем заливать. Так, это не тот выбрали у нас. Вот у нас уже правленный EEPROM под этот СБЦ блок. Обязательно всегда проверяйте два раза, после того, как вы записали или считали EEPROM, что он правильно у вас без ошибок считался. Заходим в СБЦ блок V211 и заливаем туда EEPROM. Bright EEPROM, происходит запись, так же как при считывании у нас срабатывает предупреждение. Делается очень быстро, в принципе, считанные минуты. Ждем, пока запишется файл. Ну и все. Выключаем зажигание, включаем, получаем рабочий исправный блок СБЦ. Заходим, проверяем счетчик, что он не превышает.
контрольные суммы. Не выходит за рамки срабатываний. Входовую часть нажимаем. SBC блок. Подключаемся к нему. Всегда при подключении у нас срабатывает предупреждение, что это тормоза. Ждем, пока произойдет считывание блока. Еще раз повторяю, всегда проверяйте гидравлическую часть СБЦ блока. И только после этого можно править электронную. Видим, кодов неисправности у нас нету. Также у нас ссылки под видео на наши телеграм-каналы и группу ВК. И смотрим счетчик. Видим, что все в порядке у нас с блоком. Ждем, пока покажет счетчик. Видим, что у нас счетчик еще очень много срабатывания, но практически сброшен, да. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!